И еще один партийный скандал. У социалистов, как оказалось, все же новый председатель. Во всяком случае, так считают в Минюсте. И это скандальный борец с наркопреступностью Илья Кива, осужденный в свое время за получение взятки и спасенный в 2014-м судом, который снял с него судимость. Все подробности в нашем материале. Известный своими неоднозначными высказываниями советник министра МВД Илья Кива, как и обещал, пошел в большую политику. Возглавил социалистическую партию. И это якобы уже не голословные заявления, а официальный документ. Интернет-СМИ сегодня утром выложили скрин единого реестра общественных формирований с сайта Министерства юстиции. И там черным по белому написано: председатель социалистической партии Украины Илья Кива. Глава политсовета Павел Устенко. Новость вызвала недоумение в Совете объединенных СПУ и социал-демократов. Решение про внесение Киевы у якости главы партии у реестр Министерства юстиции є незаконним, є оборудкою Петренко, министра юстиции, Авакова, министра внутренних справ. Вони внесли зміни відповідно в реєстри Міністерства юстиції. Ми направляємо сьогодні звернення до Національного антикорупційного бюро, аби негайно почали провадження щодо неправомірних, протизаконних і антиконституційних дій Петренка. Напомним, 10 дней назад советник Авакова Илья Кива, до мая прошлого года боровшийся в нацполиции с наркопреступностью, так и не прошедший обязательную в ведомстве переаттестацию, объявил себя лидером соцпартии. Такое решение, дескать, принял съезд политсилы. Члены СПУ тут же заявили о рейдерском захвате партии. На прошлой неделе социалисты объединились с социал-демократами, чтобы вместе защищаться от самозванцев. В Совете показали решение высшего админсуда от 13 июня этого года, который подтверждает, что главой СПУ является Николай Садовой. А также письмо исполнительной службы, которое обязывает Минюст убрать из реестра фамилии Кивы и Устенко и внести туда Садового, избранного председателем СПУ 3 года назад. Собирается ли ведомство, возглавляемое фронтовиком Петренко, исполнять решение, неизвестно. Наш запрос, отправленный в Минюст, остался без ответа.